Я всегда учу о себе. Я всегда учу о том, что происходит со мной, но там внутри, внутри меня. Самая внутренняя точка – это бесконечность. А все миры облачаются на эту линию бесконечности, на точку бесконечности. А я самый внешний из всех. А вне меня уже этот мир со всем, что есть в нем. Вот так мы делим внешнее и внутреннее. И поэтому вся учеба, когда я учусь, я учу только о себе. Нет, кроме этого, ничего. Все это я. Я учу о себе. Я могу учить о нашем мире, то, что мне представляется в моих органах ощущений, то, что находится вне моего «я», с его премудростями, с его всякими вещами, это внешний мир. И я могу изучать свою внутреннюю часть, о внутренних вещах, которые находятся внутри меня, они скрыты от меня. Но то, что называется внешнее, это меньше меня, поэтому я как бы сверху вниз смотрю на это и могу изучать это, исследовать это. Я якобы над природой, выше этого мира. Немножко проблема с «я», моя психология. Это на уровне ближайшем ко мне. Поэтому тяжело мне с этим изучать это как науку. Потому что это обо мне говорится. Но тоже о моей внешней части по отношению к внутренней части, которая начинается с уровня отдачи, то, что выше моей природы. Так я разделяю внешнее и внутреннее. И так разделяется вся реальность, и так делит наука. Все, что я изучаю от себя со своего уровня и ниже, и внешне, это этот мир, его науки. Все, что я изучаю о том, что происходит от меня и ниже, это называется действие по отдаче выше моей природы. Внутренняя моя часть, духовная, так разделяется. Но все это, по сути дела, я. В моем восприятии, в моих килим. И этот мир, и вся его наука. Все, что я только могу представить себе, это все в моем внешнем кле. То, что я могу представить как мой внутренний мир, все миры, до самого внутреннего бесконечности, это духовное. Две части реальности. Так я представляю их себе.